Старого доброго друга, когда еще я на заре занятий шейпингом, фитнесом начинала это все. И вот здесь вот просто встреча старого друга. Впечатление самое шикарное. Во-первых, понравился сам Александр, очень зажигательный, обаятельный молодой человек, очень понравился. А во-вторых, мне очень понравился сам мастер-класс. Почему? Потому что, потом, допустим, когда я хожу в тренажерный зал, я там на одном тренажере покачала одни мышцы, на другом тренажере другие мышцы. На групповые занятия покачала, они скорее обычно, они как бы работают на одну группу мышц, да, там спина, руки, ноги, что-то одно. Здесь было задействовано все. Я раньше никогда бодитоником не занималась, почитала заранее в интернете, что это смесь йоги, пилатеса, аэробики, других там разных нагрузок. И на самом деле все равно было неожиданно, потому что была очень сложная тренировка. Все очень устали, несмотря на то, что мы уже тренируемся несколько месяцев довольно-таки в интенсивном режиме. Все равно у всех дрожали руки, дрожали ноги, все были мокрые. Бодитонинг длится 26 минут. Несмотря на такое короткое время, это время более чем достаточно для того, чтобы воздействовать все основные группы мышц, улучшить свое самочувствие, здоровье и улучшить фигуру. Бодитоником можно и даже нужно заниматься дома, но главное слушать инструктора, то, что он говорит и рекомендует во время занятия. Тренировка бодитоник – это полноценная программа, направленная на развитие всех основных физических качеств и внутренней стабилизации тела.